Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Олеся, я очень рада видеть вас на моем YouTube-канале Love AliExpress. Сегодня говорим об украшениях с натуральным жемчугом. На AliExpress есть магазин, занимающийся такими изделиями. У него есть сертификат, подтверждающий натуральность жемчуга. С ним вы можете ознакомиться в магазине, ссылку на него я оставлю в описании под видео. Итак, я заказала у них себе 4 украшения. Какие? Давайте смотреть. Начнем, пожалуй, с самого красивого и эффектного. Это трехслойный браслет из цветного речного жемчуга. Все жемчужинки здесь с разной неправильной формы. Они нанизаны на белые шелковые нити. Между жемчужинками завязаны узелки. И нити привязаны к металлической застежке с покрытием цвета желтого золота. Интересная, кстати, необычная форма у застежки. Помимо этого, она очень прочная и фиксируется хорошо. Я сейчас нити этого браслета распутала, и они параллельны друг к другу. Но когда он пришел ко мне, они были перекручены. Выглядели вот так. В общем, его можно носить и так, кому как больше нравится. Второе, что я заказала в этом магазине, это кулон на цепочке. Жемчужина здесь уже правильной формы, а как известно, чем более правильной формы жемчужина, тем она больше ценится и стоит дороже. Очень красивый у нее цвет, она действительно перламутровая, отливает в разные оттенки белого. Цепочка здесь также покрыта желтой позолотой, что мне очень понравилось, она тоненькая, из-за этого смотрится очень изящно. На цепочке выбита цифра 925 и Италия. На кулоне также стоит цифра 925, но я не стану утверждать, что эти пробы подлинные. В общем, как выглядят эти цепочки с кулоном, мне очень понравилось. Вживую они смотрятся даже лучше, чем на картинке. Третье, что я там заказала, это серьги к той цепочке, они также с висящими жемчужинками, и на дужках здесь расположены по 4 фианита. В общем, очень красивые серьги, и они бы идеально подошли к той цепочке, если бы продавец не спутал цвета и не выслал бы мне их в серебряном цвете, а не в золотом, как я заказывала. Я ей написала об этом, и она так распереживалась и расстроилась, мне кажется, даже больше, чем я, и сказала, что вышлет мне в золотом цвете на мой адрес через пару дней, и как только вышлет, сразу же напишет мне номер отслеживания, так что буду с нетерпением ждать, и в принципе здесь я ничего не потеряла, скорее даже наоборот. А эти серьги, думаю, подарю моей маме, поскольку я лично не ношу украшений в серебряном цвете, ну, по крайней мере, очень редко. К выполнению качества сережек претензий нет вообще. Очень красивые, сделаны невероятно качественно. И металл, и жемчуг, и камни здесь видно, что не стекло. Ну и последний мой заказ, это кольцо с покрытием из розового золота. Кольцо это безразмерное, сзади оно выглядит вот так. Потянув за эти части, можно растянуть его и увеличить размер. На нем присутствует жемчужина и фианит. Фианит красиво сверкает, жемчужина тоже очень красивая, круглая, перламутровая. Нежное, изящное колечко, качество опять же не придраться. Все хорошо и красиво выполнено.
Также должна отметить, что каждое изделие пришло ко мне в отдельном пакетике, и каждый пакетик лежал в бархатном мешочке с названием бренда. А браслет лежал вот в таком большом мешочке, выполненном в китайском стиле. На каждом изделии присутствует бирка с названием бренда. Также в посылке лежала брошюра магазина. А в ней салфеточки для полировки изделий. В общем, хороший бренд, хороший магазин, хорошие изделия они продают. Мне все понравилось. Это все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Ссылки на все товары, как всегда, будут в описании под видео. Увидимся в следующем видео. До скорых встреч!